Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами обзор на вот такой интересный набор молды, молд для рукоделия. Ну, здесь набор, здесь должно быть много всего интересного. Покупала я в Альмересе за 1500, сейчас цена уже подорожала на них. Вот так он выглядит. Ну, здесь, конечно, не написано, что он в коробочке. Вот все, что на него есть. Ну и отзывов тут всего два. Мы с вами будем третий. Сейчас мы с вами посмотрим, что же в него входит на самом деле. Так, ой, какие они мягкие, силиконовые, но прям мягкие-мягкие, тут помятые немножечко. Ой, ну помятые они, вот этот нормальный, вот остальные примятые, придавил их, видать. Мне помогает ребенок мой, здесь вот такая штука, кстати, она такая, как браслетная, а, она браслетом, точно, я понять не могла. Дим, все. Вторая штучка, блин, она настолько маленькая, она просто нереально маленькая. Я думала, она большая, там на фотографии кажется реально, что она большая. Здесь она просто малюсенькая. Так, ну вот здесь хоть радует, что побольше. Батюшки, слепились. Их придавило, небось, хорошо. Они еще умеют слепляться, оказывается. Все глянцевое, такое все это. Такие хорошенькие. Дим, положи, пожалуйста. Положи. То есть вот, смотрите, здесь на фотографии, вот она, вот эта вот штучка, вот она. То есть она... показано, что она точно такая же вот по размеру практически, как и та, как будто бы. Которая здесь была. А вот она. Ну, хотя, нет, видно, что вот эта вот побольше. Она вообще меньше даже. То есть, блин, вообще настолько малюсенький, просто малюсенький. Я не знаю, что с ним вообще делать и что туда вообще можно залить. Это что-то вообще капельки просто какие-то. Так. Также стаканчики. Которые не вытаскиваются. Силиконовые. Силиконовые очень удобны стаканчики тем, что отмерил, потом ее так вот застыла она, ее сжал, она оттуда выскочила, и все. Вот, ну, вот эти все измерения с той стороны практически. Или их, может, выворачивать надо? Так, ну, здесь тут хоть нормального размера. Это вот для кристалликов. Кстати, еще где-то для кристалликов должно быть. Вроде как. Так, вот сами фурнитура. Так, вот еще. Расчесочка. Тоже испугалась, думала, ее нету. Кстати, ну такая плотненькая. Так, здесь вот такие золотистые, кстати, очень красивые, переливаются гвоздички, чтобы подвесить. А еще вот серебристые есть. Есть специальная вот, как типа маленькая дрель, что ли, вот гвоздики, чтобы делать. Не знаю пока, как она работает. Никакой, кстати, инструкции, вообще ничего нету. Сами пипеточки, это чтобы вот в маленькую заливать. И... Ой. Кто тут пипеток? Какие-то вот тут ложечки еще. И такие вот. Может, кстати, вот эти ложечки очень довольно плотные. Вот эти вот всякие. Ну, мне, кстати, очень удобно, мне кажется, заливать эпоксидную смолу. И какие-нибудь класть цветочки. Их реально тут много. Очень классно, офигенно. Вот. Ну, за 1200, наверное, в принципе, и нормально. Ну, единственное, вот я удивлена вот это. Но она просто прям очень-очень малюсенькая. С
Слава богу, хоть вот эти вот более-менее большие. Вот. Вот такой у нас был с вами обзор. Да, также, конечно, я в процессе дальше покажу, как я заливаю в эти формочки, что из них получается, насколько они хорошие или плохие. Это будет в этом же ролике, но чуть-чуть прям отдельно, вот, чуть-чуть попозже, но будет, короче, в этом ролике. Ждите.